Привет, YouTube! Привет, друзья! Я сегодня начинаю вложик вечером. Только-только разобрала вчерашние покупки. Было очень много дел сегодня, прибиралась. Сегодня понедельник, новая неделя. И сейчас вечером хочу вам поснимать, что интересного. И, во-первых, давайте начнем вот с такой вот красоты, которая стоит у нас теперь и дожидается декабря месяца, 1 числа. Календарики, новые интересные покупочки, которые мы вчера привезли. У нас будет в этом году 5 новогодних календарей. 2 у меня сейчас на доставке едут. И у меня стоят здесь. Это календарь Lumine, календарь M&M's, который был у нас в прошлом году. Но в этом году детишки его снова захотели. Он классный. Внутри обалденные шоколадки. Здесь чего только нету. И M&M's, и Twix, и Bounty. В общем, целая коллекция вкусняшек. Очень нам понравился этот календарь. И сейчас в Ашане на него скидка. Где-то 300 рублей он всего стоит, недорого, поэтому мы снова его взяли. Дальше у нас будет вот такой вот календарь Икея сладкий. В этом году, в прошлом году я пропустила киевский календарь, так жалко, мы не смогли поехать из-за того, что наш папа был в командировке. Сами без него мы как-то поленились туда ехать и остались без календарика в прошлом году и киевского. Но в этом году вот у нас есть новенький, поэтому будем открывать. Я знаю, что в позапрошлом году вам очень понравился этот календарь, вы смотрели наши влогмасы. Поэтому, я думаю, будет вам и в этом году очень интересно. Еще мы вчера в Ашан заходили, взяли вот такую вот маленькую елочку. Хочу ее поставить на свой бьюти-столик в спальне, когда сделаю перестановку. Перестановку я делать еще все еще не начала, пока некогда, девчонки. Когда начну, обязательно вам буду все снимать и показывать. Но пока вот... пока никак. Дальше взяли вот такую вот маленькую симпатичную мягкую обезьянку. Все-таки я ее прихватила, она мне вчера очень понравилась. И вот такое вот украшение на елочку, две елки и мишка. Но я на елку не буду вешать, поставлю тоже на бьюти-столик куда-нибудь для красоты. Мишка здесь просто обалденный. Еще мы взяли вот такой набор. Сначала хотели отдельно вот этот икеевский напиток, да, знаменитый. Мы его еще ни разу, представляете, не пробовали, ни разу не брали. И вот в этом году решили попробовать. Я хотела взять его сначала отдельно, но потом мы заметили красивые наборчики, да, с печеньками, с шоколадкой. И решили взять в наборе, в красивой упаковке, чтобы... красота такая вот стояла. Что в этом году в Икее нету имбирного теста. Я хотела его взять. Я его тоже брала как-то. Нам очень понравилось. Мы делали имбирные печеньки с детишкой. 1 декабря сделать имбирные печеньки. Именно вот из икеевского теста. Не из самодельного, а из икеевского. Но, к сожалению, этого теста нет. Я думаю, вот эти вот имбирные печеньки будут на вкус такие же, как и тесто. И они в красивой металлической баночке. Еще я сегодня уже прибралась у Динди Линь. Вот она, наша красавица, курочка. Я ей поставила сено. Корм у нее сегодня полная миска. В Ашане купили им корма, вкусняшек, и хомячкам в том числе. И еще я ей взяла новый лоток. Вот такой вот зелененький, из-за того, что наш не очень удобный. Плоское дно, и у нее мокнут лапки, когда она туда ходит в туалет по-маленькому. А здесь дырочки такие везде более-менее много их, и мне кажется, будет она сразу туда делать свои дела, да, в дырочку. Какая курочка, я не могу. Обновила в Икее вчера совочек, еще взяла, наш уже выбросила. И еще я взяла форму вот такую силиконовую для выпечки в Икее. И вот такую вот рукавичку брать горячие, да, поддоны. Ну и мои розочки, встречайте, лепесточки, да, готовы практически к принятию ванны. Вот они тоже. На красоту, на декабрь месяц, пока лежат здесь вместе. И сейчас я буду делать шарлотку, девчонка. Мне уже помыл яблочки, сейчас буду заниматься пирогом. Там в колесе кто-то взбесился. Ну вот они бы еще вырабатывали что-нибудь благодаря крутению своему. А это я детишкам вчера взяла. Мы мерили сейчас свитерочки. Во-первых, взяли 3 носочков мне, детишкам. Вот такие вот полосатенькие новогодние. И вот этот вот красный свитерочек Вики.
помпонька такая. И вот такой зелененькие сережки. Тоже помпонька у оленя на носике. Вот. Такие красивые. У Вики хо-хо-хо. А у сережки вот такой оленечек. Вот и все. Вот такая вот шарлотка у меня получилась. А Вика, пробуй. Ну, руками бери тогда. Надо подождать ёжика. Да это же я, ёжик. Ты не ёжик, ты пандочка. Обыгрываю. Какие нам папа вкусняшечки принес. Ой, ёлочка. И у тебя тоже? И у тебя какая ёлочка? Вкусненькая, да? Какая ёлочка красивая. Будешь? Нет, у меня такая же есть. Будешь? Мне тоже такую дали. Баю, баюшки, баю. Красиво так. Когда все спят, ночные приключения хомячков начинаются. Кто вышел на прогулочку? Кто эти? Кто эти? Кто эти лепешечка? Мои пушистики. Очень тихонько хочет выйти. Пушистики мои бегают. Эти мисляски. Эти пучечки. Пикуя. Снежка. Снежка моя девочка снежная. Пуфаня, Пуфаня. Новый год настает. Вот такие лапушки. Батюшки, не могу, какие лапушки. Батюшки под елочкой. Лапушки какие. Эти лапушки под елочкой бегают. Не поймешь, кто тут кто. Пика. Пикулечка. Так, поставлю камеру. Это пробежит, может. Кто-то такой. Кто-то такой. Пьянчик. Присел ко мне, кто ко мне присел, мой Пика. Пика присядь. Не знаю, какой следующий уровень. Беганки, пуфики обратно. Уйдете после сиденька как. Все сбежали. Только я обрадовалась, думала, будете там играть.